Дина Аверина выступала под музыку Игоря Стравинского. «Весна священна». Очень трудная композиция, невероятно сложная и требующая очень много эмоционального вдохновения, наверное, эмоционального труда, может быть, так даже сказать. Дина уже обладает золотой медалью по результатам многоборья. На этом этапе московскому гран-при очень переживали тренеры гимнастки Ирина Александровна Винрусманова и Вера Шаталина. Также прожили с ней это упражнение. Ну и, безусловно, наш эксперт Ирина Зиновка, которая тоже очень сильно переживала. Очень переживала за свою воспитанницу. Общая оценка Дины Авериной – 23,15 балла. 23,15 получает Дина Аверина.